Всем привет, ребята, с вами я, Диана, и в этом видео мы с вами будем открывать новые боксы с гориллами. У нас вышло новое обновление в Adopt Me, но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Не знаешь, где купить или продать питомцев Adopt Me быстро и безопасно? Тогда советую зайти на сайт starpets.gg. Сайт автономен и абсолютно безопасен, ведь все трейды в нем проходят только через ботов. Различные способы пополнения и вывода средств, а совсем недавно там появился новый способ вывода средств в робуксы. Теперь вы сможете покупать робуксы через сайт по выгодному курсу. Заходи на StarPets по моей ссылке в закрепленном комментарии, покупай питомцев быстро и безопасно, сайт проверен лично мною. И напоминаю вам про свои социальные сети. Во-первых, это телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на разных FlyRide питомчиков, TikTok, Like, Instagram и мой профиль в Роблоксе. Если ты хочешь на все это подписаться, все ссылки находятся в описании под этим видео. И по нашей традиции, в каждом видео я разыгрываю FlyRide черепаху. Условия в конкурсе, как всегда, очень простые. Это подписка на мой канал, посмотреть это видео до конца, поставить лайк на это видео и в комментариях написать, что вы участвуете, и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. А вот победителей с прошлого конкурса поздравляю! Итак, ребята, у нас в Adopt Me вернулся цирк. Раньше в нем были обезьяны, а теперь он вернулся с новыми питомцами, гориллами. И в этом видео мы с вами сейчас все это посмотрим и откроем новые боксы. О, ребят, посмотрите, как тут все прикольно. Смотрите, тут у нас есть шеф-повар горилла, астронавт горилла, также карате горилла. Ну, прикольно, смотрите, императорская горилла. Ну, это, наверное, дорогая, делается из альбина гориллы. Ну, это, блин, будем тратить много сейчас баксов и робуксов. Так, смотрите, у нас получается стандартный бокс стоит 600 баксов, и тут не выпадает легендарка из обычного бокса, то есть Альбина-обезьяну мы тут выпасть не сможем, только из пушки за 195 вроде бы робуксов выпадает Альбина-обезьяна, чтобы сделать императрическую обезьяну. Итак, у меня в инвентаре 20 боксов с гориллами, ребята, также мы купим пушки за робуксы, давайте сначала откроем эти боксы и посмотрим, что же нам выпадет первое. Так, нам выпадает скакалка для шеф-повара, также вот эта вот штучка для карате-гориллы и обычная горилла, но почему-то она не прогрузилась. Посмотрите, какая горилла прикольная, помните, я вам говорила, что мне нравятся гориллы, я хотела, чтобы их добавили в Adopt Me, и тут они добавили целых 6 новых горилл, это, ребят, просто классно, посмотрите, как она сидит в руках. Давайте будем открывать следующий бокс, а вы обязательно ставьте лайки, потому что лайки мне всегда помогают выбить классное что-то. Так, ребят, мне выпадает какая-то банановая игрушка, также воздушный шар в виде бананового листа. Ну, блин, жалко. Ну, блин, ребят, давайте ставьте лайки, потому что всегда лайки помогают. Я вижу, что каждый из вас сейчас не поставил, кто это смотрит. Так, мне выпадает воздушный шар опять. О, нам выпадает еще вот такой велосипед. Но это все равно плохо. Ладно, давайте будем открывать следующий бокс и будем надеяться, что нам выпадет какой-то предмет для преображения наших горилл. Нет, нам выпадает банановая игрушка, также велосипед. Следующий бокс тоже также надеюсь, что нам выпадет какой-то ультра-редкий предмет. Кстати, там же еще есть машина, мне машина еще ни раз не выпала. Так, нам выпадает банановое дерево, пога тоже не прогружается, почему? Но мы с вами открыли мало боксов, поэтому мы не будем терять надежду, что нам выпадут. Надо 3 штуки, чтобы можно преобразить было обезьяну. То есть это либо 3 звезды, либо 3, короче, скалки и вот эти штуки для ниндзя-горилл. Но нам еще очень мало выпало, по одной всего лишь. О, нам выпадает звезда, ребят, классно, классно. Классно. А где лайки-то? Где, ребята, лайки? Я не вижу, что вы поставили лайк. Давайте каждый поставит. О, нам выпало для ниндзя-гориллы. Так что, ребят, молодцы, лайки ставите. Нам это все всегда помогает. У нас осталось 12 боксов. И пока что нам выпало всего лишь по одному предмету для преображения. Это очень мало. О, смотрите, нам выпал барабан. Спасибо хотя бы за барабан. Открываем следующий бокс, а вы пока что в комментариях, либо же в чате на премьере пишите, понравилась ли вам эта обнова. Нам тут выпадает, как всегда, все плохо. Осталось 10 боксов, у меня все надежда, что нам что-то выпадет нормально. И, о, нам выпадала золотая звезда, нормально, нормально. Уже осталось 9 боксов, и открываем, и нам выпадают все необычные предметы. Следующий бокс, мне надеюсь, мне хотя бы на одно преображение хватит, ребят. Так, давайте открываем, и нам выпадают опять эти воздушные шары в виде листа. Ну, блин, ребят, давайте вы все поставите лайк, а я сейчас еще для поднятия шанса открою большой подарок. Ребят, жду от вас лайки, потому что они всегда помогают. Из подарка нам тоже ничего нормального не выпало. Так, смотри, давайте посмотрим на барабан. Что это у нас за... А, это игрушка даже, а не барабан. Жалко, жалко. Ну, давайте будем открывать следующий бокс. У нас осталось их 7. Но у нас получается, как я запомнила, у нас выпало 2 звезды. Нам осталось еще одну звезду, и мы сделаем космонавта. Также нам выпала одна скалка. Так, тут нам выпадают необычные предметы.
У нас осталось совсем мало боксов, и я надеюсь, что там выпадет что-то интересное. О, нам выпадает автомобиль в студию. Ну, хотя бы одна машина нам выпала, это уже радует, что выпал ультраредкий предмет. И давайте посмотрим, что же тут выпадет. О, еще одна машина, ребят. 4 бокса у нас с вами осталось, и ничего годного нам так и не выпало. О, нам выпала еще одна золотая звезда. Все, мы сможем сделать нашего космонавта. У нас осталось 3 стандартных бокса, и нам еще, я надеюсь, нам выпадет еще 2 скалки, чтобы мы смогли сделать шеф-повара, но нет, нам тут выпадает все необычное. Осталось уже 2 бокса, и открываем, и нам выпадает 2 барабана. И последний бокс, и что же нам тут выпадет? И опять 2 барабана. Ну блин, ребят, что это за дела? Ну давайте мы с вами сделаем астронавт-гориллу, потому что нам выпало 3 звезды. Кстати, она, в принципе, выглядит достаточно прикольно. Пишите тоже в комментариях, как вам вот эти все гориллы. Так, да, нам нужно преобразить нашу гориллу, и... Вот такая вот, ребята, она классная, посмотрите. Эта горилла, кстати, легендарная, это очень хорошо. И тут, смотрите, мне не хватает одной штучки для преображения для карате-гориллы и 2 штуки для шеф-повара. Ну ладно, ребят, будем добывать. Ну, естественно, как же нам обойтись без траты робуксов? Каждая пушка стоит по 195 робуксов. Я, наверное, буду тратить все робуксы, чтобы выбить хотя бы альбина-гориллу и... Что, угораете? Серьезно, мне даже альбина-горилла не выпала? Жесть, ребят. А ну-ка давайте ставьте лайки, кто еще не поставил. Вы что, ребят, мне всегда ваши лайки помогают что-то выбить нормально. А тут вы, наверное, никто из вас лайк не поставил, и мне ничего не падает. Ну серьезно, ребят, я очень сильно хочу, чтобы мне выпала какая-то нормальная горилла. Так, ставим нашу пушку, ребят. И нам выпадают редкие какие-то пога. Но блин, зачем они мне нужны? Мне нужна альбина горилла. Выпадает опять редкая горилла. Зачем она мне нужна? Вот скажите. Блин, ребят, 195 робуксов просто за обычные гориллы, это тоже самый шанс получается. И толк покупать эти, получается, пушки, если тут альбина горилла падает только на 5%. Так, выпадает ультраредкий предмет и опять обычная горилла. Серьезно, мне в этом видео не выпадет альбина горилла? Да, ребят, мне, походу, реально не выпадет горилла альбина, потому что я, наверное, в этом видео не везучая. Ну ладно, ладно, ребят, давайте ставим лайк, потому что я трачу робуксы, баксы. И нам выпадает машина. Блин, классно, машина. А где же горилла? Итак, мне еще хватит на 2 пушки, ребят. Пожалуйста, вот поставьте лайк. Вот знаете, я просто так трачу робуксы. И, наверное, даже лайка вашего не увижу. И просто, ребят, серьезно, где альбина горилла? Зачем мне эти барабаны? Ну все, ребят, мне только останется на 1 пушку робуксы и все. Но мне не выпала альбина обезьяна, серьезно. Ну как так, ребята? Блин, это обидно, что просто так робуксы потратила. И давайте посмотрим. Серьезно, не выпало? Да идите вы. Ладно, не все так уж и плохо. Мы можем еще сделать карате-гориллу, потому что нам выпал последний, 3-й предмет. Да, мы хотим ее сделать. И вот такая вот она прикольная, но она ультраредкая, ребята. Ну блин, где моя альбина-горилла? Почему она мне не выпала? Получается, в этом видео мы с вами сделали только астронавт-гориллу, также ниндзя-гориллу. Но, блин, ребят, это мало, я думаю, что из 20 боксов. Хотя, в принципе, нормально, наверное. Напишите в комментариях вообще, что вам тоже выпало. Мне кажется, вы более везучие были, чем я. Ну, в общем, ребята, вот такое вот открытие у нас получилось. К сожалению, ничего нормального мне не выпало. Я просто надеюсь, что вы поставили лайк на это видео, потому что просто так я потратила робуксы, и просто мне выпали комоновские предметы. Даже кубка легендарного мне не выпала для преображения обезьяны, которая получается... Не помню, как она называется, но, в общем, мне ничего нормального не выпало. Также в начале этого видео не забывайте участвовать в конкурсе на флайрай-черепаху. Я всем желаю удачи, спасибо, что вы поставили лайк, я надеюсь, что вы его поставили. Также подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны.